этого. Нам месяц, мы недели назад. Не веду машину в данный момент. Мы даже не зрозуміли, даже не стали на время дивитися, скільки. Короче, взрыв сильнейший, и все, это один миг, и вот так все случилось. Спасло то, что на нас мебель падала, и за счет мебели мы живы остались. У меня тут еще этот, подружка, ее скоро сейчас забрала. У нее стекло, были ранения. Ну а так, в принципе, не Вика, ничего. Забираем, что можем, эвакуируемся далее. За даними екстреної медичної допомоги, троє осіб постраждало. Це попередня інформація. На місці події працюють рятувальники, 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 60 чоловік особового складу ДСНС. Заходишь в подъезд, лево, прямо, право. Заходная сторона. Давай.